Вітаю вас в ефірі першого національного про головне програма, що робить події зрозумілішими. Понад 455 тисяч – це офіційна кількість вимушених переселенців внаслідок війни станом на тепер. Майже половина з них – це діти, люди з інвалідністю та похилого віку. Волонтери стверджують, реальна кількість переселенців може бути втричі більшою. Як держава піклується про цих людей напередодні зими, чи перебрала вона лідерство у цій турботі? У громадських організацій, як ці складні питання після воєн на своїй території вирішувала Грузія? Говоримо про це із нашими гостями. Ірина Перкова, представник об'єднання «Комітет у справах вимушених переселенців», Бачо Корчилава, колишній пресаташе посольства Грузії в Україні. Вітаю вас. Добре. Пані Ірино, запитання номер раз. Чому статистика офіційна відрізняється від неофіційної волонтерської статистики, я перепрошую, те, що стосується кількості переселенців? Все-таки, чому люди не проходять цю офіційну реєстрацію? Ну, люди, не все люди, которые выехали, не все регистрируются, потому что у многих есть какой-то финансовый задел, какая-то финансовая подушка безопасности. Поэтому люди выезжают и сами находят себе жилье, знакомые их у себя селят, родственники их у себя селят, волонтерские организации. Часто люди и выезжают через волонтерские организации, то есть они просто даже не доезжают до тех точек официальных, где людей регистрируют. Тобто люди, вони не потребують допомоги від держави, якось справляються самі, чи не вірять в те, що держава таку допомогу може їм надати? Я думаю, скоріше не вірять, тому що ті случаї, з якими навіть лично я сталкувалась, от адресні случаї, коли к нам обращаються за адресною допомогою, це якраз люди, які вже пройшли багато інстанції державні, да, гарячі лінії да, і прочее, прочее, і не отримали допомоги. І тоді вони обращаються до волонтерів. От буквально вчора нам прийшлося допомагати з розселенням семье с тремя детьми, которые выехали там где-то из-под Донецка, и они в Ужгород уезжали. Вот, и в государственных службах они поддержки не нашли и попросили у нас контактов, чтобы их как-то поселили где-то в Ужгороде. Дивіться, волонтери десь наприкінці літа, початок осені, коли почалося так зване перемир'я, повідомляли, що відбувається зворотня тенденція. Тобто частина переселенців поверталися на Донбас. Видно, зустрівшись ну, з якоюсь недостатньою увагою з боку держави, перед зимою, не отримавши теплих помешкань для житла, як зараз цією тенденцією на тлі інформації про можливе поновлення широкомасштабних бойових дій на Донбасі? Люди все равно возвращаются. Я не смогу говорить о том, не могу говорить о том, насколько этот широкий поток, насколько он большой. На уровне вашей организации, что вы спустили? Наша организация, она не волонтерская. Наша организация – это не про адресную допомогу, потому что сейчас вот те адресные случаи, когда к нам люди обращаются, конкретные случаи, они очень редкие, это случайно попадают в наши телефоны к этим людям. На самом деле наша организация не волонтерская. Вот. Наша организация, она шире, мы беремся за… ставим себе более глобальные задачи и держим более глобальную миссию перед собой. І все-таки? І все-таки. Стосовно людей, чи повертаються частина вимушених переселенців? Повертаються. І зараз? І зараз повертаються. Ідучи на ризик свідомий? Так. Чому? Тобто це головний фактор житло, робота, чи от відсутність всього цього комплексу, який мала би отримати людина на новому місці? Ви совершенно праві. Це весь цей комплекс, мало того. Діло в тому, що ведь очень нелегко морально быть переселенцем. Мало того, есть такая тенденция, что все-таки мнение общества о переселенцах все равно не очень хорошее. То есть как о иждивенцах, как о тех, которые понаехали, те, которые бросили свой дом, не захотели защищать. С этим, когда люди сталкиваются постоянно, это очень тяжело. Это первое. Второе. Волонтеры, они помогают. И это нелегко помогать. Нелегко собирать средства, помогать адресно всем-всем-всем. Сейчас расселять на зиму, детская одежда теплая, постоянное какое-то питание. И у волонтеров тоже часто сдают нервы. И вот в точках помощи, даже в Киеве, мы просто знаем о тех случаях, когда уже и волонтеры начинают грубо с кем-то разговаривать, да, и это повторяется, и между собой есть конфликты между переселенцами какие-то, потому что выезжают люди очень разных взглядов, очень разных таких, да, прихильности свои у всех. Вот. И многие не готовы это терпеть, многие не готовы смиряться с таким отношением. И многие говорят, я поеду домой, будь что будет, как-то там люди живут, по крайней мере, там свой дом.
так. Про те, що робить держава зараз для вимушених переселенців, ми поговоримо. Бачу, з грузинського досвіду, хотілося б оновити цю цифру, можливо, ви її пам'ятаєте, скільки таких переселенців, наслідок воїн було в Грузії? 320 тисяч в общій сложності. І ці люди з Абхазії, з Осетії, вони залишилися на території, яка зараз є, власне, грузинською, неокупованою. Некоторая часть із людей поїхала в Росію біженцями, по факту. Или в Украину, да. Или же есть такая часть, еще такое понимание, как курсирующие беженцы. Это в основном Гальский район Абхазии. Это люди, которые там условно две недели живут на грузинской территории, контролируемой, две недели на вот той территории, которая контролируется абхазской стороной. Вот. Вообще все вот эти вещи, они очень специфические. К ним нужен обособленный подход. В этом деле самый большой опыт у Верховного комиссариата ООН по делам беженцев существует. Просто когда у нас возникла эта проблема, мы с первых же дней очень активно с ними сотрудничали, и они, в принципе, смогли нам помочь в очень правильном русле все это построить. Тут была тесная співпраця с международными. Да, и специально даже было создано Министерство по делам беженцев и расселению. Потом оно превратилось в Министерство по делам беженцев и реинтеграции, потому что рано или поздно эти регионы придется реинтегрировать, возвращать. И это целый комплекс проблем, над которым там системная работа, и никакие волонтеры, никакие организации подменить его не могут. Про цей досвід ми ще поговоримо, але все-таки люди, їх багато хто повернувся на окуповані території, чи це одиниці? Это максимум, скажем, процентов 15 от общего количества, но и то они курсирующие. А мотивы там які були? Ну, у них там есть дом, у них есть там какие-то сельскохозяйственные угодья, да, они их обрабатывают. Все равно очень тяжело. Самая большая проблема для беженцев – это вливаться в социум. Потому что все равно, как бы ни было, когда ты даже в своей стране, когда ты попадаешь в чужой город, там, чужой быт для тебя все равно, некоторые не могут с этим справиться. Ставление, вот про что мы зараз с Ириной говорим. Это тоже одна из проблем. Теж було таке, да? Да. Конечно. Ну, вы представляете, там, допустим, в Тбилиси в одномоментно появилось плюс 150 тысяч человек. Их надо как-то или трудоустроить, или как-то влить в социум. Это же очень проблемно на самом деле. То же самое, как, допустим, для того же Киева, там, 100 тысяч человек принять сейчас. В принципе, территория уместит, но социальные проблемы будут назревать. І ці подушки безпечності, о которых здесь говорилось, денежні, вони ж не дуже надовго хватить. Ми про це поговоримо ще. Да, Ірин, тепер про те, що робить держава, чи має робити. Дві постанови Кабміна, давайте про обидві поговоримо, наскільки вони були дієвими. Перша – про облік осіб, переміщених з тимчасово окупованої території і районів проведення антитерористичної операції. Переваги, недоліки цієї постанови. З одного боку, да, ми розуміємо, що ці люди, які стають на облік, вони, ну, ми про них знаємо, да, яку допомогу вони потребують і що вони вже отримали. На сьогоднішній день, наскільки я знаю, около 16 тисяч чоловік отримали ті гроші, які обіцяли 800 гривень неработаючим і 400 гривень працюючим. Ну, сейчас только сейчас начинают разрабатывать реестр электронный учета, потому что что касается временно переселенных людей, очень важно понимать, очень важно, чтобы был единый реестр в государстве, в стране, где кто находится. Мало того, про что мы и говорим, дуже... Це він тільки розробляється ще, тобто він не діє. Електронний, так. То есть то, что регистрируется, это вот в грузбухах. Да? Ты приходишь, где-то записывают, какую-то справку тебе дают. Это то, что сейчас делается. А электронный, когда все будут учтены во всех регионах страны, мало того, чтобы там был фаховый досвид, так? Потому что это важно, чтобы понимать, какие рабочие места создавать и где, и под кого, и куда людей перемещать, чтобы люди имели возможность работать. Но самое главное, что вот происходит, вот то, о чем сейчас говорил тоже Бачу, потому что люди приезжают, да, вот город вместить территориально может быть и может. Кто-то снимает квартиру, есть какие-то социальные возможности, санатории, что-то еще. Но самое важное – это работа, потому что долго все равно ты не будешь жить. И на то пособие, которое сейчас дает государство, тоже не проживешь ты долго. И что касается этого, то что выходит? На самом деле безработица-то в государстве и была, и она-то не маленькая. И что получится? Хорошо, в Киеве на 100 рабочих мест 110 претендентов и без переселенцев. И приезжают люди, которым тоже сейчас нужны рабочие места. И вот эти проблемы базово, они не решаются. А то, что происходит, это происходит такое тактическое закрывание дыр сейчас. Ну, по роботі, дивіться, часто говорили, що просто в Києві, да, люди не готові йти на цю низькооплачувану роботу.
Зараз в умовах кризи, я так думаю, що людині, можливо, варто придивлятися до будь-якої роботи, яка дозволить заробити більш ніж ці 800 гривень на місяць, які будуть зменшувати поступово, да, протягом півроку, скільки людині дається для пошуку нової роботи. Ви можете виділити категорію, от скільки людей, переселенців з Донбасу, вони справді шукають і знаходять роботу. Скільки людей чекають таких пропозицій від держави? Просто сидять на місці, є пасивними. А скільки кажуть, ну ми готові жити і на, власне, на от ці гроші, які нам дають, плюс ми чекаємо якоїсь фінансової уваги з боку волонтерів. Ви нам зобов'язані. От як діляться ці переселенці? Можете сказати? Порядка 10% людей самі активно трудоустраиваються. Ну, в любому случае, это нелегко еще и почему? Потому что кияни не готові йти на ці робочі, на ці посади, які не дуже добре оплачуються. Ну, данчані теж не сильно готові йти, тому що донецькі теж оплата труда достатньо висока була. Саме Донецьк, так? Да. Вот, перше. І друге. В любом случае, жизнь достаточно дорогая. То есть, когда ты здесь пытаешься устроиться на работу, это небольшие деньги, то люди, жить все равно трудно. Это первое. И второе. А без удовольствия берут на работу переселенцев на самом деле. Потому что, ну, кроме того, что есть такой вот этот моральный фактор, да, что, ах, вы оттуда приехали, это первое. А второе, а никто не знает, когда люди уедут. То есть, мне тебя нужно взять, особенно если это не по специальности, мне тебя нужно обучить. А может быть, через 2 месяца ты уедешь. Многие переселенцы надеются, что война скоро закончится. Я слышала очень много таких мнений. Скоро все закончится. Каким-то образом. И чекаю, да. Зачем я сейчас буду устраиваться, тем более не по своей специальности, не по своему опыту, если я скоро вернусь домой. Такое тоже есть. Ну, вот, по моему опыту, порядка 10% трудоустраиваются активно сами, и вот, ну, как-то получается хорошо. Это представники в основном среднего класса. Інтелігенція, чи тут не можна виділити якісь прошарки? Да? Тобто це залежить від конкретної людини. Да? Статистики такої нет. Я зрозумів. У нас немає такої статистики. А бачу в Грузії, от як були інтегровані люди, ви почали вже говорити, в новий соціум, наскільки легко, очевидно, не легко, не просто було знаходити роботу, і чи створювала держава нові робочі місця для них, спеціально для цих біженців? Ну, це, мабуть, почалося більше після 2004-го, така активна інтеграція, створення робочих місць. До 2004-го в основному всі біженці жили в компактних поселеннях. Хто там оказывался более готовым к жизни, более молодым, они находили работу, покупали себе жилье и дальше как-то уже становились местными, да, можно так сказать. А остальные жили вот в этих компактных поселениях, это в основном бывшие санатории, гостиницы и так далее. Потом была создана программа, были вместе с Верховным комиссариатом ООН, начались вот эти программы по строительству городков отдельных, вот, привлечение бизнеса для открытия предприятий и инфраструктуры вокруг этих. В общем, в принципе, социум интегрировали более или менее, да, всех этих людей, но все равно было вот сделано такое, их выделили в особую категорию, в отдельную. Вот, и, в принципе, это было правильно, потому что там дети, которые уже рождались, дети беженцев, которые рождались на территории там, в Тбилиси или в других там, городах, где находились эти беженцы, они более или менее все равно вливались в этот социум. А людям старшего поколения было тяжело интегрироваться. Они все равно жили своей общиной отдельной. Ну, а эти выплаты, которые держава им давала? Они есть и сейчас. Вони є і зараз, тобто вони за, ну, мірками Грузії, вони достатні для чого? Чи вони як пенсія. Знімати житло, тобто дорівнюють пенсії, мінімальна, да, пенсія. Мінімальна, да? Пенсія, ну, вона, це недостатньо ні на оренду жилья, ні на те, щоб прожити. Ну, просто, розумієте, государство, оно должно исполнять свою социальную функцию, да? Но если мы признаем этих людей гражданами, то мы должны найти там минимальные, то есть мы должны обозначить, что эти люди, ну, как бы, что мы не теряем эту территорию, что эта территория наша, и мы что заботимся о гражданах, которые оттуда пришли. Это скорее такая символическая, да, вещь, чем реально призванная решать социальную проблему. Социальные проблемы надо решать путем программ вот этих, разработки всех этих программ. И, а дальше, как бы, на самом деле, если там конфликт затянется на годы, как это произошло в Грузии, я не думаю, что через 8 или 10 лет будет много желающих возвращаться в тот регион. Даже если там он будет активно развиваться, там уже будут... Еще даже сомнения. Ну, это реальность. Знаете, есть там наши желания, а есть реальность. И вот реальность, она выглядит вот так. Через 10 лет многие интегрируются. Особенно молодежь, которая, допустим, сейчас от 12 там, до 16 лет, она полностью станет уже жителем других регионов. Ирина, если говорить про закон, который ухвалила Рада, Верховна Рада 20 жовтня, які так вітали європейці, про забезпечення прав і свобод внутрішньопереміщених осіб. То можемо говорити про
недоліки цього законопроекту, що він дав переселенцям, а що має ще надати держава через законодавство, які права і свободи? Ну, на самом деле, дал немного, и там очень много еще нужно дописывать подзаконных актов, да, каких-то, ну, со стороны уже исполнительной власти. Вот. Я думаю, что как раз закон, наверное, больше и был принят для того, чтобы вот международное сообщество, ну, как-то хорошо на это отреагировало, чтобы люди почувствовали, что о них заботятся. То есть больше декларации, да? Больше декларации, да. Вот. И сделать гораздо больше должны, потому что на самом деле сейчас очень, очень много проблем. Знаете, что вот если мы говорим о создании рабочих мест, ведь очень много выехало людей малого бизнеса. Малый бизнес первый, чувствуя вот эти вот нехорошие колебания, он самый первый начинает выезжать, вывозить капитал. И сейчас у этих людей, у них фактически сейчас руки связаны. То есть малый бизнес сейчас здесь, на территории мирной Украины, не может развиваться. А это как раз люди активные, которые очень хорошо видят возможности и могут туда направить свои силы. А чему не можно развивать тут малый бизнес? Что зважает? Кризовый рік? Нет. Ну, во-первых... Чи как раз бюрократичный? Бюрократически, речь? Да. Во-первых, например, люди не могут зарегистрировать здесь бизнес, пока не снимут с учета там. Это раз. Ну, там спрощенный порядок, начебто разробленный. Создали, да, разроблен, но опять, это не везде, это в определенных городах, то есть ты должен туда поехать, там очереди, там людей не добавили, чиновников, то есть там нужно сначала там подать заявку, через несколько дней поехать, там узнать результат. Это нелегко, первое. Второе, у этих людей сейчас, у бизнеса с Востока, нет свободного доступа к финансовым ресурсам, в частности, к банковским кредитам. У тебя донецкая прописка, тебе кредит не дадут. Мало того, весь залог остался там. Опять же, здесь должна быть какая-то государственная программа поддержки. И вот, кстати, по поводу тех денег, которые дают на каждого беженца, да, на каждого вот эти вот 400 гривен, 800 гривен. То есть мне 400 гривен – это небольшие деньги. Мы все прекрасно знаем, что на эти деньги долго не проживешь. Два дня можно прожить, продукты купить. Но если мы берем эти деньги в масштабах уже выплаченных, 16 тысяч, там, может быть, больше, это достаточно большая сумма. И если эту сумму разбить на малые гранты, государственные программы для малого бизнеса, то есть я пишу бизнес-план, приношу его в такую организацию, которая занимается этими грантами, да, государственными вот этими деньгами, и я говорю, что я создаю малый бизнес на 10 рабочих мест. То есть еще 10 семей я могу кормить. Мало того, я буду платить налоги с тех денег, которые государство мне даст как грант. И это пополняет государственную казну. Вот это путь развития. А путь дать 400 гривен каждому – это путь популизма все-таки. Ну да, у нас держава рахує, що, значить, якщо ми складемо це в межах сім'ї, 2400, і держава навіть сама визнає, вистачає тільки на оренду житла там, і, можливо, ще на якісь там комунальні послуги. Все, решта люди мають зробити самостійно. Просто у нас немножко вот в Україні преломлене неправильне осознання государства. Государство на самом деле это такой механизм социальный, ну, государственный институт, который собирает налоги для того, чтобы создавать безопасность, создавать условия, создавать экономику. Вот о чем... инфраструктуру да, жизни. Да, какой-то. О чем мы сейчас говорили, вот эти программы по развитию малого и среднего бизнеса среди беженцев и так далее, их очень прекрасно можно делать с тем же ООН, есть куча еще международных организаций, которые багато специально на этом... программ было в Грузии. Да, очень много было. Очень много. Многие стали фермерами, многие стали там тобто производителями. Люди мало одну профессию, да, их проориентировали. Ну, вот бизнес, он очень быстро ориентируется, тут правильно сказано было. Очень важно бизнесу, вот, которые стали беженцами, бизнесменам, дать вот первый импульс. То, створить о чем, да. Умовы для так вот, работы на да, так вот эти вещи специально предусмотрены. У ООН есть специальные программы под это, которые уже надо заводить сюда. Есть еще несколько организаций, которые занимаются международных этими вопросами. Да? То есть и так далее. То есть мы должны применять все эти. У нас есть возможность. Мы там члены ООН, мы подписывали кучу договоров, да. Мы должны все это применять. Просто тут, наверное, больше пока неповоротливость власти, которая. Ну, тут нужно быстрее реагировать. Ірин, люди Західної України можуть сказати, дивіться, ми всіма правдами і неправдами виїжджали за кордон, шукали роботу в Європі, нам це вдавалося, ми заробляємо там гроші. Якщо говорити про людей, переселенців з Донбасу, наскільки багато там людей, які готові визнати, держава, дай нам відповідно умови, далі ми вже самі. А скільки людей, які все-таки ще й далі от за інерцію чекають, що держава подбає про все їхнє життя, забезпечить їхнє життя на новому місці?
Я думаю, нет такой статистики, еще раз. Я не разделю этих людей. Не статистика, але просто, от, чи є різниця така в активності громадянській позиції людей, які зараз приїжджають з Донбасу, і людей, скажімо, з Західної України? Чи немає? От смотрите, восток України, от якщо ми говоримо, ви зараз самі сказали, да, західний регіон, виїжджали за границю, да? У нас виїжджали теж за границю. Ну, в меньшем количестве люди выезжали зарабатывать. Очень многие приспосабливались всегда к тем условиям, к налоговым, к каким-то проверяющим органам здесь, в стране, и строили бизнес, все равно строили. Все-таки, давайте, юг Украины достаточно активный деловой регион был. Но, учитывая, что очень такой советский постиндустриальный, да, очень много вот заводов, предприятий, шахт, там, где люди привыкли, что о них заботятся, тебе думать не надо, тебе нужно, да, к 8 прийти на, тебе нужно к 8 прийти на работу, там, качественно, хорошо отработать смену, в половине пятого уйти, ты получаешь заработную плату. Таких тоже людей много. Вот эти люди, они говорят, нам должны. Почему вот это, почему вот это? Вот таких людей, когда спрашивают, знаете, было интересно, я как-то участвовала летом в соцопросе в Запорожье. Был такой соцопрос, ну, политически больше, да. И вот были вопросы, например, там, какие основные проблемы в Запорожье вы видите? И вот люди там говорят, дороги, там, транспорт, что-то еще. Потом дальше вопрос, кто должен это решать, кто несет ответственность? Большинство людей говорят, президент. Многие говорят, парламент. Виноват в том, что в Запорожье плохие дороги. То есть очень часто, очень много людей, на самом деле, которые перекладывают ответственность на кого-то. На руководство завода, на руководство страны. И действительно, ну, не готовы, например, там, как-то рваться вперед и что-то делать активно. Но очень много людей, которые могут трудоустроить себя и трудоустроить, дать работу тем, которые ждут. Они хорошие работники, они качественные работники. Они чекают відповідної пропозиції. Конечно. Або від малого бізнесу. Конечно. Або люди від должны. Держави. Знаете что? Государство еще кроме того, что должно дать эти условия, государство должно дать видение людям, что будет через 3 года. Вот ты говоришь, мы вас селим на Полтавщине, да, там под Полтавой, там, где вот черноземы. При этом мы вам даем какие-то условия, да, и у тебя будет ферма, ты работал на шахте, а теперь у тебя будет ферма, ты будешь жить в экологически чистом регионе, и у тебя будет вот это и вот это. Через 3 года, через 5 лет. Кроме вот этого тоже нет. Потому что говорят, выезжайте. Вот, ну, а почему вы не выезжаете из Донецка, если там, вот если вы патриоты, а куда? Перспективы не дают. Тут дают видение, якісь базові видение речі, будущего. И бачення майбутнього. Бачу, якщо про досвід Грузії говорити в цьому відношенні, ну, є програми, і були програми, і створюються нові програми. Житло. От багатьох людей все-таки от зупиняє житло. То вони там жили десь в санаторіях. Ну, клімат же ж не такий, як в Грузії. Тут же ж цілий, ну, рік Грузії не, клімат разний, цілий, ну, рік не проживеш. Да, в Грузії клімат разний, це ошибочно сравнювати. Я сам біженець. Але все ж одно, чи будувалися люди, давала держава кредити, як вирішувалося це питання? Ну, надавалися квартири, житло якесь безкоштовне. Через 11 років, просто після проживання людей в цих компактних поселеннях, они начали разваливаться, да, санатории, ну, их никто не обслуживал особо, да, дома отдыха, я бачив которые такие, были, да. Кутаиси, например, да. Дальше была разработана интересная программа Кахай Автандиловичем Бендукидзе, начали эти санатории продавать инвесторам частным. То есть, допустим, гостиница «Иверия» стояла в центре Тбилиси, сейчас это гостиница «Редисон», была продана компанией «Редисон», которая оплачивала каждой семье беженцев ровно ту сумму, на которую можно было приобрести, соответственно, жилье. Были также разработаны программы по компактному строительству вот этих поселений. То есть было все зависимо от того, кто в каком регионе живет, какая там средняя стоимость и так далее. То есть была решена проблема и того, что была построена инфраструктура туристическая, которая была необходима, потому что это главный груз на туристическую инфраструктуру ложился. И также была, как бы, был решен вопрос с размещением жилищным этих людей. Вот, но здесь тоже, просто там не было популизма, там очень четко подошли к этому вопросу. Здесь на самом деле больше растерянности, потому, ну, понятно, на первом этапе и у нас была растерянность первые 11 лет. Здесь просто... Ну, так, дивіться, как... розгубленість, бачу, от я міністра соцполітики, зацитую, Людмила Денисова, каже, що влада обіцяє, переселенці, які втратили на Донбасі житло і майно, зможуть побудуватися державним коштом. Головне слово «обіцяє». А хто так? Це програма? Ви це стежите обіцяє за цим? Ні, тобто ще це тільки ще обіцянка програми? Це обіцянка. А, Олеся,
Министр социальной политики, конечно, должность, наверное, хорошая, но в Грузии, я же вам говорил, существует Министерство по делам беженцам и реинтеграции. Этими вопросами не должно заниматься Министерство социальной политики. Это должен быть специальный орган. Да. Это так само вимога громадськості створити міністерство, яке б опікувалося і людьми з окупованого Криму, і людьми з Донбасу. Совершенно верно, потому что на самом деле вопросов очень много. Кроме того, что нужно здесь этих людей интегрировать в социум. Кроме этого, нужно не забывать о гражданах, которые живут на оккупированных территориях. И кроме этого, нужно, правильно Бача говорит, нужно заботиться о будущей интеграции этих регионов, их возврате в Украину. И это действительно очень глобальная, большая работа, которая сейчас делается и которая сейчас контролируется несколькими ведомствами. Именно поэтому она не делается системно, она делается очень дискретно, очень точечно. Позиция вашей громадской организации – турбота держави про людей, які залишаються на окупованих територіях. Тобто виплати, які зараз обіцяють призупинити, постачання комунальних послуг, газ, енергоносії. Все це треба робити. На самом деле мы об этом спорим. Есть, ну, организация – это не один человек, это много людей. На самом деле у нас разные по этому поводу мнения. Вот, ну, лично я считаю, что мы должны заботиться о людях, которые остались на тех территориях, наших гражданах. Не думаю, что надо заботиться. На самом деле государство, любое правительство, любое государство должно заботиться только о той территории, которую оно контролирует. Я говорю сейчас о людях. И только, минуточку. Але там громадяни України. Прекрасно. Залишаються. Но только, знаете, есть ситуация, где существует некая сепаратная группировка, которая взяла на себя ответственность как власть. Да, понятно, что мы там никто ее не признаем, кроме Российской Федерации. Но если появляются люди, которые отрезают территорию, и люди делают выбор, остаются на той территории по той группировкой, но это их не выбор. Не может это государство, условно. Бачу, с грузинского досвіду, будь ласка, дуже коротко, поради цим людям. Де їм залишати? Ті, хто зараз думають, там, нам там залишатися, чи переїжджати з усіма проблемами сюди? Де їм подскажет сердце, как они хотят жить дальше. Ну, это выбор каждого человека. Каждый делает для себя выбор, где его родина, там он и остается. Ну, кто где воспринимает свою родину? Ирина. Ну, для меня неприемлемо. Я, например, до Пасхи жила в Севастополе и уехала. Для меня неприемлемо было остаться на оккупированной территории. На самом деле, если мы говорим о том, что сейчас государство сказало, что мы соцвыплат делать не будем на тех территориях вообще, да, то есть должен переехать сюда. Но опять, куда переехать? Ну, хотя бы какое-то видение сейчас этим людям нужно. Эти люди остались без земли под ногами. Відповідь за державу. Дякую, Ірино Паркова, Бачо Корчилава. І ось приклад того, як українці і грузини підтримують один одного в боротьбі за територіальну цілісність. Невизнана Республіка Абхазія планує створити спільну з Росією армію. Грузинський народ розцінюється як один з кроків з фактичної анексії Росією території їхньої держави. 15 листопада, в суботу, грузини вийдуть на вулиці своїх міст висловити протест проти окупації Абхазії. Цього ж дня о 13:30 на Михайлівську площу в Києві українці прийдуть підтримати грузинський народ. Дякую, це була програма «Про головне» і розмова про проблеми вимушених переселенців напередодні зими. Побачимось, на все добре.